Всем привет! Сегодня у нас 31 марта, завтра у нас 1 апреля. Все знают, что 1 апреля это какие-то розыгрыши, какие-то шутки над кем-то. Поэтому для вас специально я подготовил вот такой вот розыгрыш над вашими друзьями, коллегами или родителями. Вы берете купюру у друзей, там, например, слаживаете ее так вот и говорите, что сейчас вы попытаетесь сделать в купюре дырку пальца. Начинаете давить, давить, давить вот так вот. О! Сделали дырку. Но дырка это как бы хорошо, но хорошо было бы вообще разорвать купюру. Вы берете, дуете на купюру, проминаете немножко, и купюра целая. Да, произошло чудо. На купюре нет ни единой дырочки и царапинки. Это, как бы вам сказать, такой трюк, который может просто вначале показать, а потом показать какой-то крутой фокус. Или просто, если в школе кого-то разыграть, в институте, там, например, дома родители. Вы просто подходите и говорите, дай деньги. Они вам дают деньги, вы берете, продырявливаете, разрываете, и потом они опять целые. Итак, давайте перейдем к обучению. А, только большая просьба, не пишите в комментариях, там, что за бред и все такое. Это же все-таки завтра 1 апреля, это розыгрыш, а не какой-то феноменальный ментализм или какие-то суперфокусы. Это просто розыгрыш. Но это такой как бы трюк, и как можете использовать как импровизацию. Но все равно он прикольный. Смотрите, вы взяли купюру любую. Что вы делаете? Вы согнули так, чтобы внизу вот так вот чуть-чуть торчало. То есть, вот. И что вы делаете? Большим пальцем прикрываете средний вот так вот. Указательным говорите, что вы сейчас продавите тут дырку. Что вы делаете? Вы этим пальцем начинаете давить и подставляете средний палец. Вот так вот делаете. Как бы вот такое вот движение просто вот. И вообще визуально, если вот так вот сделать, просто даже так вот, кажется, как будто это один палец. Никто даже не подумает, что вы так сделали. Потому что это розыгрыш. Ну, блин. Тем более, если вы занимаетесь фокусами, можете писать какие-то еще фокусы и показать. И то есть всем будут поверить, что это реально росла какая-то магия. Вот вы вот так вот сделали. Показали. И вот таким вот образом вы как будто только быстро так вот делаете. Как будто разрывали купюру. Вот. Раз, два. Быстро делайте. Вот. Как вы кажется, как будто вы сделали сейчас дырку, потом разорвали купюру. То есть все стоят, думают, блин, ты порвал мои деньги. Ну вы щелкаете пальцами, дуете. Или можете вот так вот сложить, сказать, что-то это не получилось. Потом щелкнуть пальцами и... Ну ладно, я пошутил. Все получилось. Все вот такой вот фокус. Даже это не фокус, это просто розыгрыш на 1 апреля. Но его можно использовать как и фокус. То есть перед началом вы это взяли, попросили кого-то купюру, показали этот прикол, разыграли кого-то, и потом можете показывать настоящие крутые фокусы. Это просто можно использовать как для разогрева. Вообще, это очень интересный трюк, фокус, розыгрыш. Можете назвать это как хотите. Ставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Всем пока!